Я сейчас на Немиге нахожусь, где сделали роспись стены. Вообще, очень классный проект, мне очень понравился. Во-первых, разукрашена стена, имеет какую-то художественную ценность. Во-вторых, тут есть надписи на белорусском языке, то есть это популяризация белорусского языка. В-третьих, тут нарисованы не абы что, а именно редкие птицы, которые требуют охраны. Это, то есть, охрана окружающей среды. Вот, то есть, в общем, мне очень понравился проект с твоей многозначностью и подходом с разных сторон и решение одновременно нескольких проблем одним произведением искусства. Очень интересно.